Оль, какой совет ты дала бы человеку, который вот только-только понял, что дальше жить так нельзя, надо что-то делать и нужен какой-то первый шаг? Если дать совет, я бы сказала так. Необходимо найти человека, который уже прошел этот путь. Присмотреться к этому человеку, к тренеру, к эксперту. Обратить внимание на то, что вы хотите для себя от него принять. И если вас устраивает внешность тренера, его отношение к жизни, его путь, который он прошел, то, конечно, проще всего просто пойти к нему и Пойти за ним, да. пойти за ним и пройти этот путь под ручку, как я говорю. Просто взять и пройти под ручку. Скажу почему? Потому что именно вот с тренером легче идти, с экспертом, чтобы не тратить лишнее время, чтобы не было вот этого, знаете, как я шла и в какие-то, как слепой котенок. Вот это на это ушло очень много времени. Это время, а время это самый ценный ресурс. И, конечно же, я желаю, чтобы люди этот самый ценный ресурс они сохраняли. И просто-напросто шли дорогой легче, короче и приятнее. Вот так я желаю всем. Спасибо.